Такое творится здесь каждое утро. Сейчас еще людей стало меньше, то что многие люди перестали ездить с этой остановки. С начала сентября, вот, когда начался ремонт моста, дети в школу, тут творилось вообще. И сейчас также продолжает. Вы сами видите, сколько людей. Стоит, подходит один трамвай, людей стоит на три трамвая. Раньше ездило здесь три маршрута, сейчас ездит два маршрута. Реорганизацию провели, но, наверное, не для народа, а против. Люди давятся, пихаются, битком набитые трамваи идут полностью. Этот единственный маршрут, который идет, можно сказать, через весь город, отсюда до Индустриального. В принципе, люди жалуются все. Ну, вы сами знаете, как жалуются. Тут говорят, а с другой стороны уже боятся, может быть, чего-то. Кто-то работает в госслужбе, переживает за свою карьеру и так далее. Давайте посчитаем, сколько пассажиров в красном трамвае. Один. Два. Тысячи людей, тысячи мнений, намеренных верить. Тысячи людей, тысячи, тысячи, тысячи.